стать. Тетя, Зеверь сейчас узнает, что порвать и поститься. Деверь! Не давайте ей ладу. То есть они ведь для богов, верно? Ей можно только после подношения богам. И тебе. Ладно. Я думал, это для всех. Майор, не повесишь качели? Почему бы и нет? Это обряд. Он должен... А, деверь, работники держат качели в чулане. Можете принести качели? Парвати, сделай гирлянды, а это отдай мне. Я рада, что ты вмешалась, сестра. Иначе я бы нарушила пост. Хотя бы цветами он меня не накормил. Возьми большие цветы. Что такого смешного? Посмотрите, нам уже и смеяться нельзя. Надо быть хмурыми, как ты. Я делаю гирлянду для Бога. В ней 108 цветов. Ты знаешь, сколько лет прошло до их союза? 108. Это неплохо. Неплохо? Я не это имел в виду. По одному не поймешь. Если посмотрим больше образцов, то... Слушай, запомни вот что. Я совсем не могу поститься. Надеюсь, ты не против. Нет, да? Зачем мне быть против? Мне лишь нужны образцы. Еще больше образцов? Я полгода это одно делала. Ты что, бросила на половине из-за нервов? Спасибо маме. Мамочка доделала. Ты не умеешь вышивать? То есть это же главное. Правда? Да? Главное. Ну, тогда я научусь. То есть как? Это наша сделка. Вот как? Так ты один из тех, для кого брак – это бизнес или сделка? Минутку. Брак? А чего ты удивлен? Мы говорим о браке. Царь, вода, пост, вышивка. Все это для чего, по-твоему? Если не для брака, то для чего? Мама, я ухожу. Самрат, Самрат! Что с ним? Наверное, Шатабди что-то ему сказала. Нет, нет, ничего. Вы знаете нынешнее поколение. Они расстраиваются из-за пустяков. Я уговорю его. Ладно, до свидания. Я перезвоню вам. До свидания. Брат. Брат, в чем дело? Тебе не понравилась девушка? Что это за поведение, Самрат? Еще и при всех! Мама, как так? Та девушка думала, что мы не по делу, а предлагаем ей свадьбу. Это для меня слишком. Мама, что происходит? Да, и что с того? Она сказала о предложении. Она же тебя не избила? Я знала, что привела тебя обсудить свадьбу. Если бы не сказала, что это по делу, ты бы не согласился прийти. Мама, я ведь уже женат! Уже женат.
Она бесплодна. И она никогда не сможет дать жизнь ребенку. Она зло и неудача для тебя. Храбрый майор СБГ украшает дом. Отлично. Ты позавтракала? Да. Когда? Я что-то не видел. Ну, когда ты ходил за качелями, я немного перекусила. Кстати, майор, ты подаришь мне что-нибудь на Тедж? А что тебе нужно? То, что ты захочешь сам. Нужно подумать самому. Подумай, что мне нравится. Телефон. Что? Твой телефон звонит. О, это Аман. Да, Аман. Ты что-то узнал? Я не поэтому, сэр. Что-то происходит на границе. Господин Синг сказал, что... Я понял. Паро, приготовь форму. Мне нужно идти. Да, ладно. Парвати, принеси мне корзину цветов. Сестра, присмотри за Паро. Да, не переживай. Парвати будет в порядке. Мы все рядом. Не оставляй ее ни на миг. Спасибо. Присядь. Дай мне аптечку. Зачем? Ты в порядке? Не спрашивай, майор, просто принеси. Раньше ты так не смотрел на меня. Ты что-то от меня скрываешь. Скажи мне. Я обещаю, не буду бояться. Наоборот, я больше боюсь твоего молчания. Майор Рудра Пратап Ранават. Не думай, что я промахнулся. Если бы я захотел, то я бы плеснул кислотой прямо в прекрасное личико твоей жены. И это кислота. Нападение на тебя. Это не ошибка и не случайность. Они хотят навредить тебе. Ты сказала, что не испугаешься. Я не испугалась. Я
Я не хочу, чтобы ты боялся. Не думай, что я испугалась. Пока ты со мной, мне ничего не страшно. Я смелая, когда ты рядом. В мой дом кто-то проник, а я не имею права узнать, кто это! Майор, я думаю, что ты должен всем рассказать. Ты должен всех успокоить. Мы одна семья. Все имеют право знать. Деверь, я побуду с Парвати, а ты иди. Ты в порядке? Слушайте внимательно. Бояться нечего. Кто-то хочет запугать нас. Особенно Паро. Ух ты, майор. После того, что случилось, ты ждешь, чтобы мы не боялись? А если что-то случится со мной или моими детьми? Почему ты не поймал его? Кто он? Кто бы ни был. Я забыл тебя спросить об этом. Думаю, что ты и твой сын стоите за этим. Я не зря говорю. Это все возможно. Мне и моей жене ты в свое время уже навредила. Ты пыталась выгнать нас, даже убить. Возможно, вы стоите за этим. Ты меня подозреваешь? Не только тебя. Его тоже. Ты имей в виду. Тот, кто проник в дом, знал его, будто жил здесь. Может, он чужой, но кто-то свой помог ему. И кроме вас, это не может быть кто-то другой. Почему ты молчишь? Как он смеет обвинять меня? А что он скажет? Все улики против вас. Рудра, сынок, сейчас не время ссориться. Давай подумаем вместе. Я ничего не делала. Я никогда... Я клянусь жизнью своего Мама, сына. Прекрати. Я клянусь им. Все равно. Вы будете под защитой. Я приставлю к дому двух охранников. Но все равно будьте настороже. Не говорите с чужими людьми. И об этом разговоре никому ни слова. Рудра, что с Парвати? Все в порядке. Я и не знал, что она такая смелая. Ступай. Иди к Парвати. Уже женат? Она бесплодна. Она никогда не сможет дать жизни ребенку. Она зло и неудача для тебя. В такой день ты пришел так поздно. К тому же молчишь. Прошу, скажи мне, в чем дело? Давай начнем обряд.
После тебя. Уверена, и ты постился. Ради меня. Правда? Миткали, все, что у нас есть, я доволен этим. Мы проживем вместе всю жизнь и будем счастливы. И даже дети нам не нужны. Лишь ты мне нужна. Только ты. И мне тоже. Я не тоскую по детям. Мне нужен ты. И все. Вот. Но... Ты... Почему ты вдруг заговорил об этом? Что такое? Ничего. Просто захотел сказать тебе. Эй, ужин готов. Идемте. Ох, Самрат, ты так рано вернулся. Кстати, брат, как называется этот скорый поезд? Раджхани? 9? Шатабди. Шатабди? Если вам нельзя есть, просто посидите со мной на качелях, ладно? Что такое? Почему нет света? Сестра, из-за тебя я свалилась. Что ты смеешься? Помоги мне лучше, давай. Ой, тебе больно? Да. Я принесу свечи и проверю пробки. Хорошо. Стой, я пойду с тобой. Идем. Я тоже пойду. Паро, куда ты? У тебя нога поранена, а света нет. Ты в порядке? Ты не испугалась? Я в полном порядке, мама. Я испугаюсь, когда майору нужно будет прекратить мой пост. Сунри, сестра, ты в порядке? Не ходи, тебе нужно сидеть. Мама, ты говоришь, что мне нельзя ходить одной по дому. Это наш дом, и двери закрыты. Я пойду и проверю. Минутку. Ладно, сиди здесь, а я пойду и проверю. Господи, 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 Господи. Ты здесь?
Что такое? Почему ты молчишь? Ты принес подарок на Тэдж? Что такое, майор? Почему ты молчишь? Ты злишься на меня? Майор! Ну? Ты узнал, что я постилась, да? Майор? Счастливого Теджа Парвати! Пусть Бог даст тебе и твоему мужу долгую жизнь. Счастливого. Майор! Кто? Кто там? Паро! Эй! Парвати, ты в порядке? Кажется, пробки выбило. Парвати! Деверь! Почему он кричал? Стой! Стой, негодяй! Майор! Нет, Паро, подожди. Надо присмотреть за всеми. Неважно кто, Рудра его поймает. Кто ты? Кто? Кто ты? Кто ты такой? Кто? Это я, Сумер. Я. Это ты открыл дверь? Да, и что? Как бы я вошел? Задняя дверь, он сбежал. Он сбежал. Паро. Успокойся. Все будет хорошо. Да, сэр. Спасибо. Что здесь происходит? Ты в порядке? Что случилось? Расскажи мне. Я сидела на качелях. Мама пошла проверить Сунури. И вдруг он подошел сзади. Было темно. Я думала, что это ты. Он стал раскачивать качели и прошептал. Тедж. Ладно, все. Все будет хорошо. Все хорошо. Рудра. Прости меня. Я была с ней, но ушла проверить Сунэри. Ты мне поверил. Положился на меня, а я... Мне очень стыдно. Я ничего от вас не ждал. Рудра. Он умный.
хитрый. Он смог обмануть меня. И избежать. Если я не смог ничего сделать, что ждать от нее? Я сам виноват. Пойдем.